Она закрывает Инстаграм, да-да-да, чтоб я никогда не следил, да-да-да. И удалила свой ВК, свой ВК. Теперь не знаю, где мне жить. Мне предъявил ее пацан, бла-бла-бла, чтоб я не смел за ней ходить никуда. Бабок очень много у его отца, как в связи, а сам он, в общем-то, мудак. Бэйби, я не достоин даже тени твоей. Я не достоин даже тени моей. Куда мне теперь окно, либо твою дверь? Я не достоин даже тени твоей. Я не достоин даже жизни моей. Куда мне теперь?